Одразу дві нагороди привезли учні дитячої школи мистецтв з міжнародного вокального конкурсу імені Івана Козловського, що пройшов на батьківщині співака в селі Мар'янівка. Такі впечатлення у мене блестящі, оскільки я зайняв там перше місце, це доволі серйозний конкурс. Конкурс проходився в поселку Мар'янівка, це родина звісного тенора 20-ліття Івана Семеновича Козловського. Були музеї. Его доме, кстати, там сохранились очень много его вещей. Это нам очень понравилось, много впечатлений. Мне понравилось то, что в конце конкурса был гала-концерт, что весь зал, когда проходил награждение, пел украинские народные песни. Когда сказали, что мы заняли гран-при, там весь зал просто встал и начал кричать «Браво!». Вот даже мы еще не спели, а они уже кричали «Браво!». Ну вот очень было хорошо, ну очень теплая обстановка, я бы сказал. Что вы ощущали в тот момент, когда вот вам сказали, что вы стали обладателями гран-при? Мы очень удивились. Это такой серьезный конкурс, и узнать, что мы стали единственными победителями, которые заняли гран-при на этом конкурсе. Ну вот, по-моему, это же первый конкурс в Марьяновке. Так... Незабываемые ощущения, мы получили вот такой кубок красивый, очень много эмоций. Мы очень обрадовались, очень были удивлены тем, что заняли единственное на всем этом конкурсе гран-при. Сколько? Эмоции зашкаливали просто, я бы даже так сказал. Мы вручаем гран-при дуэту из города Калуги. Ми даруємо вам спеціальний приз. Це запис диску у професійній фотостудії. Фотостудії. Сказали, что типа оставайтесь у нас, что переводитесь к нам учиться, что мы им очень понравились, видимо. Он сказал даже, чтобы мы ехали в Канаду, в Японию, покорили весь мир своим голосом и доказали, что в Украине самые лучшие голоса. Вони маленькі, але керівники, і передайте Славутичу, райдержадміністрації, хай везуть до Канади, хай везуть у Японію. Оцих хлопчиків, які сьогодні прославляють нашу Україну, які люблять нашу Україну, наш народ, нашу рідну землю. Це опит, який нам дуже полезен, навіть зараз. Наприклад, там старші категорії получали ниже оценки, чем даже мы. Вот это очень полезный для нас конкурс. Мы даже познакомились с некоторыми другими артистами, ну, певцами, с членами жюри, которые дали нам много советов, которые показали нам на наши ошибки, которые, в принципе, не так уж и много, но все равно они есть у всех и у каждого. Обычно, если человеку нравится петь, там, играть, то он на конкурсе ездит за замечаниями и опытом.
И потом, чтобы все это исправить, надо поработать в классе, и потом снова приехать и уже с исправленными ошибками спеть, ну, на конкурсе. Мне очень хорошо запомнилось, потому что после моего выступления в гала-концерте все некоторые люди кричали мне «Браво!». Мне это очень понравилось, поэтому я уже сказал, что я уверенность себе проявил и довольно большое счастье. Стало неожиданным то, что ты победил, или все-таки после выступления ты уже мог уверенно сказать, что ты победитель? Ну, это, конечно, для меня неожиданно, потому что я сбился в конце второй песни, я ожидала второе или третье место, но оказалось, что это первое. Поэтому я очень обрадовался, аж засияла отчасти, как моя мама говорила тогда. Могу сказать, что это было большой неожиданностью и большим прорывом счастья. Ну а я бы хотел сказать спасибо благодаря моему учителю Фадееве Елене Алексеевне и моему аккомпаниатору Рожегаевой Анастасии Сергеевне. Без аккомпанемента и подготовок учителя я б не занял такого места. Звичайно ж, підготуватися до конкурсу хлопцям допомогли їх вчителі Алла Середицька та Олена Фадеєва. Саме їх плідна праця дала високі результати на конкурсі. Що ви відчуваєте в той момент, коли ваші воспитанники займають от такі от призовые места? Ну, я в зале кричала. Просто даже орала, от радости прыгала. Вот, это на моей практике это второй вот случай. У Давида тоже есть гран-при. Он в прошлом году занял на одном международном конкурсе тоже гран-при как солист. Это было очень тоже радостное событие. Вот, первые места, вторые, третьи. Вообще у нас очень, очень хорошие дети в школе. И нашу школу знают, нас приглашают везде и ждут всегда. Вот куда бы мы ни поехали, наших деток везде ждут. Наши дети – это гордость школы, я думаю. Вот, для детей это подстегивает, их вдохновляет, эти выступления на конкурсах. Придает им уверенности. Они выступают у нас и на концертах в школе, на отчетных концертах, на больших школьных концертах. Ну, вот. Я думаю, что это для детей большой опыт. Сюда приходят и остаются здесь учиться именно те, у кого душа поет, кто хочет петь, кто хочет реализовывать себя как музыкант. И они приобретают опыт, мы отдаем им все, что мы можем. Ну, мы все силы прилагаем для того, чтобы научить ребенка понимать, раскрывать образ произведения, петь выразительно, эмоционально, быть на сцене артистичным. Перед сценой я всегда говорю, выходишь на сцену, пой душой, вот сердцем, спой сердцем, и все. Все, что нужно было в классе, мы сделали, сейчас вот как ты себя настроишь, ти поєш для людей. Пой душою, пой серцем. Отож, вітаємо колектив дитячої школи мистецтв. Особисто викладачів Аллу Середицьку та Олену Фадєєву, концертмейстра Анастасію Розжигаєву, а також переможців Давида Баратова, Ростислава Максименко і Михайла Гонтар та їх батьків з перемогою на міжнародному конкурсі «Пошук нового звучання» для обдарованих дітей та молоді, участь в якому приймало 140 дітей. Та незважаючи на таку велику кількість учасників, саме учні Славутицької школи мистецтв підкорили серця високоповажного журі, вразивши їх своїм співом та майстерністю виконання. Слід сказати, що склад журі був професійним і включав в себе народних артистів та діячів культури. Настільки добросовісно, вони професіональні, високого рівня журі, народні артисти, півці, діятелі іскусств. І вони настільки внимательно вислушували кожного дитину, кожен колектив з таким трепетом, з такою любов'ю. Ви знаєте, не всі так буває, к сожалению. Где-то кто-то отлучается, где-то... А они вот от А до Я на всьому конкурсі сиділи. Конкурс длился 2 дня. Ще раз вітаємо з перемогою і пишаємося вашими здобутками.